Ну что же, то там, то здесь в нашей губернии проходят какие-то мероприятия. Мы даже порой не успеваем на них приезжать. Но все же на самое интересное мы поспеваем. Ну вот и сегодня в одном из вегбаркических клубов состоялись фановые состязания. Что это такое, об этом чуть позже. Ну а еще настоящий мини-карнавал. Утром авиационное шоу, после обеда соревнования по вейкборду. В этот раз не квалификационные или рейтинговые, а самые, что ни на есть для фанатов вейкборда. И оценка ставилась в пользу выступающих. Сегодня фан-контест. Вот, впервые мы в вейкборд-клубе «Мобиус» проводим такое мероприятие. Это фановый вейкбординг, то есть соревнования, оценки, судейство достаточно в легкой форме. Вот, оценивается риск, то есть именно фановый вейкбординг. То есть когда спортсмен рискует, когда спортсмен идет там, на какие-то сложные трюки, элементы, все это мы оцениваем. Вейкборд в переводе с английского «вейк» – волна, борд – доска. От мала до велика выходили на водную гладь начинающие спортсмены и профессиональные райдеры. В качестве тягловой силы был не катер, за которым привыкли кататься спортсмены, а канатная дорога. Стальной трос, за него прицеплен бугель, или как еще его называют, фал. Для увлеченных вейкбордом парней и девушек в этот раз было неважно, за что держаться, лишь бы мчаться. Каждый старался показать все самое лучшее, на что способен. Без падения в этом увлечении не обходится ни одна тренировка. Хочешь быть крутым райдером – занимайся с полной отдачей. А в награду – аплодисменты, победы, кубки, медали, грамоты и другие призы. Но самое главное – это моральное удовлетворение. В этот раз удивляли и покоряли все. Начали с одного из самых молодых вейкбордистов. Малец держался уверенно, каждый своим прыжком срывал аплодисменты публики. Об этом подсказал папа. Ну, вот я попробовал, вообще классно. Сколько тебе лет? Когда ты первый раз стал на вейкборд? Первый раз стал я... Мне сейчас 11 лет, и первый раз я стал в 6 лет, ну, за катером. Ну, за катером у меня мало что получалось, и я вот недавно попробовал за лебедкой. У меня начало получаться, и вот я выбрал лебедку. Своим тренером Владимир выбрал папу. Он тоже влечен вейкбордом, но папа больше любит кататься за катером. Сын за канаткой на тросе. Приходилось падать? Да, много раз. Очень. И вот ты упал, тебе больно было? Ну, когда на очень сложном трюке, я пробовал очень сложный трюк, вот, я упал. Вот, а так мало падаем, если легкие трюки. А мама как смотрит на то, что ты занимаешься вейкбордом? Да ей нравится то, что я занимаюсь вейкбордом. Ну, бывало, когда я там падал, она говорила, да не лучше не стоит это больше делать. Но я все равно дальше продолжал. То есть ты идешь в противовес маме? Ну, нет, но бывает. Состязания опытных спортсменов вызвали у зрителей особый интерес. Некоторые участники заявляли для исполнения непростые трюки. Какое упражнение сейчас хочешь сделать? Да. Что заявляешь? Релли, бэкролл, S-band, double S-band, релли с той сайда. Выгребай на бег! Ну все, наверное. Понятно.
Нет? Ага. Все упал. Но красиво убрался, да. Больно было? Да не очень. Понятно. Как думаешь, что не получилось? Почему так получилось? Ну, еще наработки мало. То есть надо тренироваться дальше, чтобы как бы получалось. А что проще и легче, за катером или на... Ну, у всех там разная техника все равно. Какая? Ну, толчковая разная, то есть там по-другому толкаться надо. Там волна есть, на которую надо заходить, здесь волны нету. Опытных райдеров зрители не раз пытались вызвать для исполнения сложного трюка на бис. Что планируешь делать? Early Bird, Off Exit, Mobius, S-Band. Да посмотрим, что получится. Удачи. Нынешние состязания были богаты не только сложными акробатическими трюками, выполняемыми на крупных российских и международных состязаниях. Отдельный приз можно было дать за эффектные падения. Они вызывали бурные аплодисменты у зрителей. На языке вейкбордистов падение называют «убраться». Имеется в виду резко уйти с поверхности воды. Александр Горбунов считается одним из самых техничных, да и сильных райдеров в Самарской губернии. Ну как состояние? Хорошо, оценим конкурс, кто лучше убрался. Ну, как сказать, немного голова кружится, потому что бьешься затылком, как раз мужичком, то есть начинается в воде вспышка сразу в голове. Ну а потом понимать, что живой, можно ехать дальше. Так всегда в экстремал. Понятно. Заявлял, что получилось? Верлиберт получился. Мобиус почти уехал. Не знаю, как засчитали или нет. Вот, зафал до конца держался. И вот, к сожалению, развернул трамплин. Из-за этого два элемента выскочило из программы. Этой минуты ждали все. Зрители, гости клуба и сами участники следующего действа. Организаторы решили впервые устроить маленький карнавал. Сегодня у нас костюмированное такое тоже небольшое шоу на лучший костюм и на лучший трюк в костюме. Сначала на воду выскочила Мальвина из сказки «Приключения Буратино». Она цепко держалась за фал, но не вписалась в поворот. Красоту ничем не испортишь, и не важно, что костюмчик намок. И, кстати, весит он весьма солидно. А почему вдруг такой костюмчик необычный? Ой, ну как-то больше мне подходит. Мальвина, она же такая тихенькая, одновременно задорная. Мне вот подошел. Хотели балерин, но не нашли пачку. А в это время на понтоне уже готовились два мультяшных героя – Супермен и Сумоист. Ну ладно, Супермен, уставать, встать на доску и прокатиться. Но куда лезет Сумоист? Уверенно взял старт Супермен, но на повороте что-то помешало. Может, ослабли кисти рук? Смотрите, как потонул Супермен, но плащ он старался спасти. Так весело шутками-прибаутками закончилась карнавальная часть соревнований по вейкборду. Финальным аккордом стал выход на воду опытнейшего райдера. Зрители встретили его показательное выступление приветственными криками и аплодисментами. Проходило оно на предельно максимальной скорости катера.